переходим к первому видеоуроку про стоечку. Сейчас я вам покажу сразу, как не нужно стоять и как стоят в основном, да. Когда идет наезд, там просто разговор на повышенных тонах, там кто-то кого-то вызвал на разговор. Какая обычная стойка, да? Сразу стоят, ноги на ширине плеч, корпус ровно, руки расставлены, подбородок вверх и начинается. Ну чё ты, братан, чё ты, чё-то не понял или чё? Вот это вот самая-самая опасная вещь, которая только может быть. Потому что при таком разговоре идет вот человек, да, начинает наезжать, сразу идет бам, удар в открытую челюсть, сразу. Или в челюсть, или если это идет открытая, например, да, ну, летняя погода, когда мало одежды, или сразу в солнышко короткий удар, или в печень. То есть вы полностью открыты, полностью. При таком разговоре шанс получить и сразу упасть максимальный. То есть никогда вот так не делать. Когда наезжают, особенно начинают пятиться, во-первых, когда ноги на ширине плеч при фронтальной вот такой стоечке, вы абсолютно неустойчивы. То есть ноги стоят на ширине плеч, да, при толчке вы сразу падаете назад, сразу уходите, то есть у вас нету никакой упоры. И хороший толчок, вы падаете на землю. Если вы упали на землю, сразу пошла стая волков добивать, скажем так. Как же надо стоять? Что такое стойка в стрит-тай? Прежде всего это руки. При начале разговора вы спокойно, но автоматически должны сразу поднять руку, которая у вас ударная. Если вы правша, это правая рука, если левша, левая. То есть у меня, ну, скажем, я правша, у меня правая рука. Я ее сразу поднимаю спокойно, как будто, ну, чешете подбородок, например, или щеку чешете. Вот, то есть вы сразу поднимаете одну ручку сюда, вторую ручку накладываете на локоть сверху. Не закрываете ее сверху. Вот это наша стоечка. Все. Вы стоите, смотрите на противника. Да, ну сразу пошел разговор там. Ну, никто ж сразу, да, не наезжает там. Начинается, ну что там, бабки есть, там сигарета есть. Когда начинается разговор, я опускаю голову обязательно. То есть вы прячете подбородок. Когда начинается вот такой, что ты сразу, то есть здесь открыто все. Здесь любой удар и нокаут сразу, очень неожиданно. Поэтому обязательно опущенный подбородок. То есть спокойно опускаю подбородок, смотрите на противника с подлоба, да, как бы такой взгляд с подлоба. Немножко опустили, сразу рукой как будто зачесалось у вас что-то здесь, и эту ручку наложили. Что это нам дает? Прежде всего, левая рука закрывает нам солнечное сплетение. Правым локтем мы закрываем печень. Уже корпус у нас перекрытый. Все, в корпус мне ударить некуда. Просто некуда. То есть плечо, руки, у меня все здесь перекрыто. То есть в грудь, ну, грудь это не страшно, у меня здесь рука. Рукой я закрываю подбородок и опускаю голову. Как бы вот, я смотрю в такой поникший, усталый взгляд. То есть смотрю на агрессора, да, просто с подлоба. Здесь я чешу. Что это мне дает? Если он начинает бить боковой удар какой-то, например, я могу просто выставить руку. Да, я, конечно, не словлю кулак, там мы не брусли, не шаолини какие-то, но вот это вот движение, оно уже смягчит удар. Уже нокаута не будет, 100%. То есть я приторможу удар через ладошку, даже если он меня ударит, это все равно смягчит удар, отсюда я сразу смогу ответить. То есть если он даже сделает удар, я пригружусь или подставлю плечо и сразу этой же рукой отвечу ему, или боковой, или прямой. Для него это будет очень неожиданно. Здесь у меня все прикрыто, корпус прикрытый, голова прикрыта. Ножки. Обязательно встаем в стоечку. То есть стойка, левая нога впереди, правая немножко сзади. Так как я правша, у меня левая нога впереди. Все, я стою в устойчивую стойку. Она очень устойчива, у меня есть опора на правую ногу. Если он меня даже толкнет, я не упаду. То есть раз, оп, я делаю просто полшага назад и загружаюсь на правую ногу. Уже нету реакции такой, когда ноги на ширине плеч, да, сразу идет падение. Все, у меня стоит, это дает мне опору, раз. Это дает мне возможность для хорошего жесткого удара с корпусом. Я могу сразу правой рукой приударить, довернуть ногу, закрутить. То есть апперкот, прямой, мне без разницы. Я хорошо могу вложить корпус с этого положения. Также я могу делать уклоны, подсаживаться, делать нырочки на ногах. Это мне все дает подвижность, маневренность и устойчивость. И третий
Важный момент после ног – это ваш взгляд. Вы всегда должны смотреть на противника. То есть обязательно, никогда не уводите взгляд. То есть, потому что вы так, только вы уведете взгляд, вы не знаете, что у него в голове. Он, может, ждет этот момент, да, чтобы вы потеряли бдительность и сразу хочет нанести вам удар. То есть мы стали, смотрим всегда на него. Смотрите в глаза или в грудь, например. То есть, ну, как вам удобно. В глаза не всегда можно смотреть, потому что есть такие, да, с жестким взглядом. Об этом мы будем говорить дальше, немножко позже, в моем следующем видеокурсе. А сейчас, то есть, вы должны просто всегда смотреть на руки, ноги. То есть все сразу встали, смотрите. И три основных момента еще раз подытожим. Сразу, когда начинается разговор, мы спокойно стоим, правую ножку убираем назад, становимся в левостороннюю стойку. Правую руку к подбородку, левую на локоть, перекрываем корпус. Все. И смотрим на противника, на дальнейшее его действие. И дальше уже как пойдет разговор. Что делать, как защищаться, как бить, мы рассмотрим в следующем, во втором видеоуроке этого курса.